Ну что, всем привет, друзья. Ну, вот хочу показать вам новое изделие. Так сказать, ключница. Только-только сделал. Использовал кожу хромового дубления. Примерно 2,5 миллиметровая кожа, 2,5 миллиметровая. Все прошито, проклеено. Длина ключницы у нас составляет, ну, общая длина где-то 12, почти 13 сантиметров. Вот. Хотел сделать сначала подлиннее, но решил, что ключи немножечко должны все-таки торчать здесь, чтобы удобнее было доставать. Вот. Ну, в принципе, можно и длиннее сделать. Вот так у нас остаются они. Вот так вставляются. Защелкивается кнопочка. Все. Кому нравится, пишите.